трубка. Мужчина, вам плохо. Он не отвечает. Значит, дальше у нас работает проект. Слушаем дыхание ухом своим и к сердечно-легочной реанимации. Читаем 10 секунд. Вот мы послушали, посмотрели. Называем адрес, где произошло происшествие. Примерный возраст, место. Вот сюда надо давить. Мы показываем самые интересные моменты, которые могут завлечь ребят, и в дальнейшем они могут с каждым из нас поговорить, обменяться контактами, и потом уже обучиться более этому подробно и заняться этим делом. И вот сейчас каждый после того, как мы ездим в школы, все больше и больше становится ребят, которые этим хотят заниматься. Положить что-то под ноги, там сумку, еще какой-нибудь предмет, либо проверяем собственную безопасность. 7, 8, 9, 10. Для чего запрокидываем подбородок? Потому что у нас здесь есть... Это поможет, и это жизненный опыт, то есть в ситуации я смогу оказать первую помощь. Да, у меня были планы стать врачом, но как можно стать врачом или, например, летчиком, если ты этого не знаешь? Это все. Хорошо, спасибо. А кто из вас желает попробовать... На 30 градусов, то есть